У любого процесса есть две стороны. Плохо, что шатаются по Минску. Плохо, что ведут себя в наглую. Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю, мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект. Но есть и другая сторона. Наши люди вдруг прозрели, особенно минчане, вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти. Они увидели, кто может прийти к власти и что будет со страной. Во-вторых, они поняли, что они могут потерять. Говорят минчане вот, в средствах массовой информации, не уснуть по вечерам, по ночам, не детей вывести на улицу, опасаются и так далее, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и Минск, когда бурлит, пусть даже по воскресеньям.